Друзья, всем привет! Мы на стримфесте. Сейчас пообщаемся с Игорем Фроловым, которого вы прекрасно знаете наверняка под никнеймом Гитман. Ну, определенно знаете, потому что я знаю, что Игорь стримил на Good Game одно время. Да. И сейчас он куда-то от нас убежал, но гудгеймеры помнят и ждут. Ну как убежал? У меня висит мой стрим на Good Game, просто на плеере на твичевском. Поэтому как бы меня не в топе на Good Game. Да, ты теперь не в топе, обидно. В топе, да. Что же делать? Ну, а у тебя там на Good Game смайлы-то открыты, вот эти вот всякие? Два у меня остались, да. Да, остались. Какие? Ну, лицо ярости и удар по коленке анимированный. Короче, довольно известные смайлы. Расскажи, пожалуйста, вот ты стримишь, ну, по сути, побывал на двух площадках. Да. И мне сегодня задали такой вопрос. А чем вот Good Game, что у Good Game, вот чего нет у Твича и наоборот? Чем вы отличаетесь друг от друга? Чем мы отличаемся, Twitch и Good Game? Ну, то, что Good Game — это все-таки как сайт такой, общество такое. Ну, не то чтобы закрытое, но... Люди там, грубо говоря, одни и те же находятся, как бы, то есть такая... Более тесное сообщество. Ну, вроде того, да, вроде того. То есть там, ну, как бы, все друг друга знают. А на Твиче как-то так, ну, более свободно, что ли, сам по себе в свободном плавании находишься. Угу. Вот. Ну, тебе комфортнее в свободном плавании или когда ты, господа, залезли в интервью, ну, да ладно, а когда тебе более в свободном плавании нравится или когда ты вот в такой атмосфере ламповой? Сейчас уже гораздо комфортнее в свободном плавании, собственно, поэтому как бы, у меня плеер на Good Game не висит. Вот. Ну, как-то руки развязаны как-то больше, можно себе что-то позволить такое, чтобы не позволил на других площадках. Как-то. Ну, а что тебе не позволяет на Good Game, что ты можешь творить на Твиче? Может, Майкер посмотрит и пересмотрит свою политику? Всякая брань нецензурная бывает, проскакивает. Ну, да не бывает, а проскакивает и часто. Стыдно как-то, стыдно. В свободном плавании в этом плане. Перед гудгеймерами стыднее, да, все-таки, да, чем, да, перед, да, вечерами. Ага. Понятно. Слушай, ну вот ты уже второй год подряд поддержал стримфест, приехал, привел свою аудиторию. В этом году она намного больше, чем в прошлом году пришла, да? Ну, да. И что можешь сказать вот об эволюции этого мероприятия? Наверняка уже что-то заметил, да? Ну, встал. Извините. Ну, стало гораздо больше, конечно, все отмечают, что, ну, размеры, ну, это очевидно, что он раз, наверное, в 5 стал больше. Больше всякого интерактива здесь для людей. То есть, если в прошлом году приходили и как-то прошли здесь, и больше уже делать нет. Сейчас можно ходить, и никогда не надоест, грубо говоря. Устал, посидел, проголодался, сходил, покушал в столовую, все здорово. То есть, совершенно другой уровень. Я очень доволен. А зрители вот пришли сегодня и мне говорят: ой, в прошлом году было лучше. Я говорю: чем было лучше? Они говорят: было проще найти стримера. Вот я хочу этого стримера найти, и проще, а тут сейчас их слишком много стало. Вот, тебе такое ничего не говорили? Ну, мне говорили, что долго тебя искали, ну, нашли. Я считаю, те, кому надо, найдут. Найди. Те, кому надо, найдут. А то, что у тебя раньше трава была зеленее, это мы все такое знаем. Нет, это все ерунда. Мотивация все-таки должна быть, чтобы стримера найти. Я уже предложила вести организаторам стримфеста в следующем году такую игру. Не найти покемона, а найди стримера. Интересно, вот, отлично, да, будет, да? Вот, и будем вместо пока. А стримеров обрядим в покемонов тогда, чтобы все тематически было. Хорошая идея, мне нравится. Какого покемона бы оделся? Чтобы я их еще их знаю, я не смотрел покемонов, честно, вообще ни одной серии, я не знаю. Ну, самого знаменитого. Слоупока знаю, Слоупока, да, знаю, да. Я же про это и говорю, что можно Слоупоку молодеться. Вот, а расскажи, пожалуйста, а вот по сравнению с прошлым годом у тебя аудитория выросла, растет вообще, конечно, и насколько? Конечно, выросла. Ну, на месте не стоит это дело, естественно, развивается, и аудитория новая приходит, и подписчиков становится больше, то есть... С каждым годом все лучше и лучше. Тут вообще грех жаловаться. А ты фулл-тайм этим всем занимаешься? Или все-таки где-то там работаешь или учишься? Ну, фулл-тайм, да. То есть, ну, работы нет. Ну, мне хватает того, что со стримов там приходит, хватает, конечно. То есть, я в этом плане счастлив и доволен своей жизнью прям полностью. Соответственно, мотивация у тебя что-то делать больше для канала выше, да, получается, конечно, чем для работающего человека. А что, ты только игровой контент стримишь или что-то пробовал неигровое ввести? Все-таки неигровой контент сейчас в последнее время стал слишком много подписчиков набирать, да? Ну, есть такое. Ну, у меня только игровой. У меня был один единственный стрим, когда я
решал ЕГЭ по математике. Ради интереса, просто проверить, смогу я это еще или нет. Получилось. Ну, кстати, хорошая идея. Стрим был на Good Game, между прочим. А да. Представь, это ж как полезно тем, кто будет сдавать ЕГЭ и как бы посмотреть, так типа репетитор. Надо каждый год такое делать, накануне ЕГЭ. Ну, это можно, давайте, да. Это по можно. Математике, по-русскому, ледокол по физике, еще кого-нибудь подтянем. Можно, по математике я всегда готов. Математику люблю. А ты любишь ее со школы или ты отучился где-то математика? Высшее образование, у меня математик, да. Ничего себе, математический склад ума. Я, в общем, немного знаю математиков, но знаю, что они малословные. Слов на ветер не бросают. А тебе же приходится на стриме много говорить. Как ты вот, ты всегда такой говорун был? Или все-таки тебе пришлось себя заставлять? Ну, заставлять? Нет, я себя никогда не заставлял. Ну, бывает, что и молчаливые стримы бывают. Тут что-то настроение зависит как-то. Раз на раз не приходится. Что ты из последних игрушек проходил? Ну, я не посещаю стрим, поэтому спрошу, полюбопытствую. А из последних игрушек проходил вот прям такое, что прям тебе крышу снесло? Хороший вопрос, на который я сходу так даже и не вспомню, наверное. Дело в том, что в новинки я практически не играю. Я, собственно, больше известен именно как ретро-стример, так как это говорится. Прям вот увлекся и не ожидал. Затрудняюсь уж, простите, ответить. Ну, не могу вспомнить, очень много всего. Да, много, то есть не было, а именно много всего такого клевого. Ну, а ты проходил Аладдина там всякого? Конечно, конечно. Дендики всякие, конечно, там, да? Конечно. Хорошо. Так, что еще? А, ты в настолке играешь? Ну, как игра? Я люблю, но играть довольно редко довольно. Да? Бывает, друзьями собираемся, мы Монополию играем, очень люблю, там, что-нибудь такое. Но, «Игра престолов» сейчас прикольная на стол. Не смотрел сериал. Не смотрел «Игру престолов»? Нет. Ой, да ты прямо это самое, как сказать, белая ворона, можно сказать. Того, на принципиально не смотрю. А, то есть ты вот назло тем, кто многие посмотрели, да? Да, да. А на стриме этим хвастался? Конечно, конечно. Каких тебе смайлов в ответ на это понаставили? Совершенно разных. Ну, просто у меня очень агрессивная позиция по этому сериалу, и я... Не все ее, скажем так, разделяют. Не все ее разделяют. Ну, позиция для тех, кто знает, из «Саус Парка». Вот как-то там Баттерс говорил, про что этот сериал. Вот я вот так же считаю. Я Баттерсу верю. Ну да, я, кстати, тоже частенько вспоминаю, что там про в «Саус Парке» говорили про «Игру престолов». Забавно. А читал ты вообще? «Игру престолов»? Да. Нет. Не читал. Я читал очень мало стал, к сожалению. Да, вот здесь вынужден признаться, со стримом как-то времени совершенно... Вообще не осталось. А что было из последнего прочитанного? «Звездный десант» читал. Прикольно, его даже перечитывать хорошо. Я обещала, что будет 10 минут. У меня внутренний таймер говорит, что могу тебе дать время теперь для заключительных слов. Желательно в адрес гудгеймеров, потому что там тебя все-таки помнят, еще и любят. И какие-то там 50 зрителей еще к тебе заходят. Заходят. Ну что могу пожелать гудгейму? Процветать и развиваться, что отличный сайт. Очень люблю его. Почаще стрим к нам, мы тоже будем. Смотри, я на тебя подпишусь. Спасибо. Хорошо, я буду иметь в виду. Спасибо. Спасибо за интервью, Игорь.